Надо вылетать. У нас немногим больше часа. Неважно, что думает об этом в управлении, сэр. Да, сэр, не понимаю. Отлично. Да. Большое спасибо. Мы сделаем. Да, сэр. Ну ладно, пошли. Вы первые? Нет, вы первые. Я только что разговаривал с начальником спецназа. Он мне сказал, что военное министерство умывает руки. А я говорила с президентом. Он сказал, что это проблема русских. Нет, мы не можем оставаться в стране. Мы несем за это ответственность. Русские говорят, что они сами справятся. Русские не способны достать даже снег зимой. Если мы не ввяжемся, боеголовки исчезнут. Я этого не допущу. Поверьте мне. Я позвоню в НАТО. Хорошая идея. Рич, залезай в аэроплан. Сантьяго. Полковник, подождите. Поскольку русские против, вы не можете участвовать в акции без разрешения правительства. Вы что, думаете, я последний идиот? Я так не думаю. Я считаю вас талантливым военным, который не любит подчиняться. Я не хочу, чтобы вы спровоцировали международный скандал из-за собственных амбиций. Мои амбиции — это не ваша забота. А вы сейчас не в Вашингтоне, а в реальном мире. И в этом реальном мире атомные боеголовки едут в Иран. Согласны вы со мной или нет? Но не мешайте мне действовать. Очень прошу вас. Пора, Душан.